Дорогие друзья, всем здравствуйте! Вы на канале «Добрые сердца Казахстана». Меня зовут Петр, Татьяна. Здравствуйте. За кадром, как обычно, Алексей. Всем привет. Татьяна, расскажи, у тебя сейчас трудная ситуация, с мамой живете. Что случилось у нее? Я вообще как бы хотела сказать спасибо большое вам, Петр. Спасибо вам, подписчики, то, что на всем этим протяжении помогали нам, пока я жила у Наташи. Но сейчас вот у меня заболела мама сильно. И вот я сейчас, получается, нахожусь с ней, с мамой. Она у меня после... Ухаживаешь за ней? Ухаживаю, да. У ней там обнаружили рак гортани 4-й степени. И она, короче, не может не ходить толком сама, ничего. И получается, я сейчас с ней нахожусь, я за ней ухаживаю. Ты сейчас не работаешь, получается? Нет, я сейчас не могу работать, потому что уход за ней надо постоянный уход. Она даже сама встать не может. А на что живете сейчас? Мама пенсию получает? Ну, мама получает пенсию у ней. Сколько? 70 тысяч пенсии у ней. 30 тысяч у ней кредит забирают. Высчитывают? Да, сразу с пенсионной карточки высчитывают кредит. И 40 тысяч у нее остается. И вот на 40 тысяч мы вот живем втроем. Сейчас, получается, и Миланку в садик. И Миланку, ну, надо. И как бы я не могу выйти на работу, потому что сейчас у меня вот проблема, то что я не могу маму оставить одну. Вот я бы хотела у вас как-то, не знаю, попросить помощи, что ли, я не знаю. Потому что я не знаю, как уже на что надеяться. Вы... Спасибо вам, вы всем помогаете. Вот поэтому я еще раз хочу обратиться к телезрителям или подписчикам, я не знаю. Может, кто сможет, чем поможет. Ну, дорогие друзья, ситуация действительно у Татьяны, у ее мамы тяжелая. Все, кто хочет и может помочь... Все реквизиты в шапке профиля. В ближайшее время, если мы что-то сможем. А нужда в чем у нас сейчас? Ну, вообще, чисто, если честно, продукты. Сейчас просто нам на продукты. Продукты, ну и дрова, если по возможности кто-то что-то сможет дровами, потому что мы дрова мешками покупаем. Уголь сейчас есть. Уголь есть, да, мы закупили уголь. То, что вот проблема с дровами и с едой, потому что я села теперь дома. Пенсии не хватает, вот она 40 тысяч сняла. За свет, за воду, лекарства вот ей. У нее же вот эту еще трубку же ей поставили. Рахома, что трубку операцию сделали, она дышать не может самостоятельно без нее. И всякие марли, пирики, ну, обрабатывать вот это все надо постоянно. И у нас вот позавчера сняла, и с этих денег уже ничего не осталось. Но она вообще сейчас, получается, не ходит и... У нее ноги отказали. Я позавчера вызывала скорую, скорая приехала, посмотрели. Я думала, они ее заберут хотя бы в больницу. Они посмотрели, говорят, нет, мы не будем ее забирать, смысл ее забирать. Вам надо сначала, ну, типа, сказали к лору, кто ей операцию делал, и к онкологу, чтобы конкретный диагноз, а потом доставили ее вот эту вот, как она называется-то, господи, выписка с больницы, она у меня лежала в больнице. Прочитали выписку, и потом вышли на улицу, мне сказали, а маме что, не сказали, что у нее рак? Это, говорит, недолго, это если она от 3 до 7 месяцев протянет. То есть осталось недолго у нее времени? Ну, не знаю. Ну, дорогие друзья, в ближайшее время собираемся вот приехать к Татьяне и ее маме. Если кто-то изъявит желание, будем очень благодарны. И Татьяна, и ее мама. Продукты питания нужны, дрова. Потому что сейчас, сами понимаете, Татьяна ухаживает за мамой, на работу не ходит. Миланку в садик. Миланка в садик не водит, естественно, потому что сама без работы. Живут на вот эти 40 тысяч пенсии, остатки. Еще раз всем спасибо, кто помогает в наших мероприятиях. Надеемся, что отзоветесь на их ситуацию. И в ближайшее время мы обязательно их навестим. Всем пока. Всем до свидания. Спасибо большое.